После зимы сильно изменилось. Саратовцы заметили разрушения, которые появились на набережной Космонавтов. И сошедший снег только портит впечатление, говорят горожане. Этот лестничный пролет – один из неудачных примеров ремонта на старой набережной. Вот даже драгоценный туф не приживается и буквально отваливается. С наступлением весны здесь всплывает все больше недочетов. Даже плитка на лестнице не держится. Пройти здесь можно с трудом. Разрушена каждая ступень. На реконструкцию старой части набережной потратили 300 миллионов рублей. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. С сентября на октябрь, а затем и на ноябрь. Завершили работы почти к Новому году. Теперь к качеству проведенной реконструкции у горожан немало вопросов. Помимо разрушенных лестниц, ржавые мусорки и дерево, рухнувшее на детскую площадку. Чиновники успокаивают, как только потеплеет, все недочеты будут устранены. В адрес подрядной организации, осуществляющей благоустройство набережной, направлена претензия. Вместе с организацией, осуществляющей строительный контроль, выехали на место, зафиксировали данные факты. Подрядчикам данные плиты были вывезены для хранения, чтобы не были утрачены они. С наступлением благоприятных погодных условий все работы по восстановлению будут осуществлены. Пока на старой набережной будут делать работу над ошибками, новую продолжат благоустраивать от Вольской до Второй Садовой. В планах даже открыть там кинотеатр. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24.